au prend donc en kitchen van. Toca boca. Не будешь рыбу, а брокколи будешь. Сначала съешь рыбу, потом будут брокколи, понятно? Сначала ешь рыбу. День тебе. Так, Мария, ты съела рыбу, значит теперь нужно съесть брокколи с лимоном. О. Ешь картошку и потом креветку. Вот, давай сделаем перемолотую креветку. Сок с креветки. Вкусный сок, ты что говоришь? А будешь осьминога? Осьминогую лапку. Давай я зажать немного вот этого поделаем. Как он на вкус? Понятно. Как тебе на вкус спагетти? Гадость! Что такое? Переходим к мальчику. Ему можно делать морковный сок, ну просто перемолотый. И морковку. Водичка. Нормально все очистили. И у него будет хлеб целый. Все, буханку поел и все. Так, ребят, всем пока-пока. Вы были на моем этом видео, вот на этом видео. Потока Бока 2. И всем пока-пока!